Заметно, что по центральной улице снегоуборочная техника проехала совсем недавно. А вот на этих кадрах окраина деревни, улица Чапаева. Сюда только пешком, увязнув по колено в снегу. Что получилось у нас, не так-то просто повторить пожилым жителям деревни. В магазин за хлебом, молоком не добраться. Там в основном живут 80-85-летние старики. Дети приезжают и застревают. 30 лет живу в выселках. Раньше колхозный трактор исправно чистил дороги. Сейчас вот беда. На улице Садовой дорогу почистили до дома номер 9. Видимо, кончилась солярка, недоумевают пенсионеры. Как объяснила глава поселения Гулия Шакирова, в селе живут два фермера, которые владеют земельными паями селян. Из чего сделали вывод, что и дороги должны чистить владельцы паев за свой счет. Если один еще проявляет инициативу, то до второго даже не дозвониться, сетует глава. Наша съемочная группа пыталась узнать мнение фермеров, но безуспешно. Тем не менее, Гулия Шакирова обещала, что дороги почистят. Алсох Медянова, новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».